безбрежной судьбы, уникальным пожаром, где ока соловьем свои песни поет. Две граничных черты, автомат и гитара, окаймляют Россию, твое бытие. Две граничных черты, автомат и гитара, окаймляют Россию, твое бытие. 7,6, 5,5, два калибра у вены, по которой бежит злая алая кровь. Где тут мирная жизнь, где тут жизнь военных? Это наша судьба и вражда, и любовь. Где тут мирная жизнь, где тут жизнь военных? Это наша судьба и вражда, и любовь. Я проверю колки, я поправлю разгрузку, я негромко вздохну. Ну, ребята, пора этой жизни ветки намотаю по-русски в катакомбах Москвы и в чеченских горах. Этой жизни ветки намотаю по-русски в катакомбах Москвы и в чеченских горах. Для твоих мужиков это лучший подарок, музыкальная жизнь и военная смерть. Два предмета простых, автомат и гитара, зарядите и настроить, и выжить и спеть. Два предмета простых, автомат и гитара, зарядите и настроить, и выпить и спеть. Здесь любые равны, молодой или старый, для стиха и струны, пули для и ножа, и на карте страны автомат и гитара, повторяя границу, красиво лежат. И на карте страны автомат и гитара, повторяя границу, красиво лежат. Над безбрежной судьбы уникальным пожаром, где ока соловьем свои песни поет. Две граничных черты, автомат и гитара, окаймляют Россия, твое бытие. Две граничных черты, автомат и гитара, окаймляют Россия, твое бытие, твое бытие. Автомат и гитара. Вот, это было написано. Одноименно. Да не надо, плохо. Спасибо. Да, как, значит, собственно. Вот, здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что мы начали уже фактически. Я сейчас одену китель. Дивные звуки. Ударяемых струн. А жарко не будет? Да. А что делать? Я буду смотреть на вас, и мне будет холодно. Город поправить. Да, спасибо. Сегодня природа отыгралась за прошлый раз. В прошлый раз пришло 50 человек, мы посчитали. Не на чем было сидеть. В этот раз пришло 49. Но самое главное, пришли проверенные боевые друзья, которые, с которыми уже мы не раз, и не два, и не три. Вот, здравствуйте, дорогие ребята, спасибо, что пришли. Значит, у нас начинается очередной концерт серии «Батальонная разведка». Мы хотим эту серию попытаться продлить через все лето. Будем рады, если следующий концерт, который будет в июне. Когда будет в июне, я скажу вам чуть попозже. Мы договоримся сейчас с администрацией. Вот, сейчас администрация, ошеломленная наплывом слушателей, нам забьет пару дней в следующем месяце, и мы обязательно, значит, вам доведем эту информацию. Но если говоря серьезно, очень хочется на фоне вот этого всего фуфла, которое нам толкает в уши, свое что-то оставить, потому что у нас красивые вещи мы делали с вами, когда служили в армии, когда что-то делали хорошее. Вот. И очень хочется, чтобы эти вещи были освещены так, как мы с вами считаем нужным, потому что, конечно, к сожалению, такое впечатление, что люди, которые поют в микрофон, живут на другой планете. То есть это такого... Как это по-русски? Таких чудовищных вещей, да, которые поют про армию. Да, можно, конечно, не знаю, то ли плакать, то ли от них, то ли смеяться.
Вот, я очень надеялся, что получу удовольствие, посмотрев очередной фильм товарища Михалкова, значит. И там рассказ о планете под именем Марс, по-моему, или что-то такое. То есть таких войн, по-моему, не бывает вообще. То есть человек, видимо, знает, что он вроде служил в армии, в морской пехоте, но такое впечатление, что провел все это время где-нибудь в ленинской комнате, рисуя плакаты или еще где-нибудь. Ну, неважно, не в этом дело. Вот. А я хочу всех вас, дорогие друзья, значит, в общем-то, поздравить с нашим этим годом, потому что в этом году исполнилось 50 лет, с тех пор, как после 16 лет, после того, как закончилась Великая Отечественная война, Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. Я считаю, что это 12 апреля 61 года, это такая же примерно дата, как 9 мая, да, как 9 мая 45 года, потому что никто не ожидал, что русские полетят в космос. Все считали, что мы там ковыряемся в разрушенных домах, вот, растаскиваем головешки, а тут оказалось вот такое вот дело. Ну и я хочу попеть песни, которые, мне кажется, сегодня будут к месту. А начать хочу с песни, которая мне очень самому нравится. Вот, меня пригласили на фестиваль Куликово поле 5 лет назад. И я там, когда я пока много читали же про Куликово поле, кто там с какой стороны заходил. Сначала татаро-монголов было 500 000, потом стало 300 000, потом 200. Последняя цифра, которую я посчитал, что было 5 000 с одной стороны и 4 000 с другой. Вот. И потом все это дело, значит, как-то приостановилось поток информации. Ну, не важно, как там все это было, важно, что важно, что люди выбрали для себя трудную свободу, и я хочу спеть песню про это дело. Куликово поле — это не битва татаров с русскими, это для меня это символ того, что вот 200 лет люди жили в согнутом состоянии, а потом они решили разогнуться. Хотя у них спина уже другое положение, неизвестно, могла бы принять или нет. Ну ладно, Куликово поле, я туда поеду завтра, и, в общем, не хочется туда поехать, там красиво, там классно, всех туда приглашаю. Трудная свобода, сладкая неволя, за себя сражаться и в течение плыть. Дай мне твою силу, Куликово поле, чтобы знал я точно, нас не победить. Дай мне твою силу, Куликово поле, чтобы знал я точно, нас не победить. Было нас немного, а врагов немало, только мы сумели одолеть тогда. Дай мне твою мудрость, поле нашей славы, сделать так, как надо, коль пришла беда. Дай мне твою мудрость, поле нашей славы, сделать так, как надо, коль пришла беда. Сколько мы терпели горемычной доли, собирая силу в рукоять меча. Дай мне твою ярость, Куликово поле, чтоб замахом волю ворога встречать. Простор небес и ширь полей безбрежный, и гуду брав, и трели соловья, и шум копыт, и битвы от кромешны. Здесь начиналась Родина моя. Чтобы наша гордость не покрылась пылью, чтоб держало небо сильное крыло, чтобы мы по-русски пели и любили, чтобы улыбались всем ветрам назло. Сколько б черной бури смерть не приносили, сколько б не звучало злых лукавых фраз, только, брат, я верю, выстоит Россия, выстоит Россия и на этот раз. Только, брат, я верю, выстоит Россия, выстоит Россия и на этот раз.
Только, брат, я верю, выстоит Россия, выстоит Россия, и на этот раз Куликово поле. Вот он и пришел, как раз под песню «Куликово поле» пришел русский богатырь, которого зовут Игорь Николаевич Морозов. Добрый вечер. Дорогой русский богатырь, снимай куртку, сейчас мы будем тебя поздравлять. Надо меня поздравлять. Поздравляю. Значит, надо. Тихо, спокойно. Значит, мы тебя поздравляем с тем, что наконец-то свет увидела новый диск, значит, нашего классика, который называется «Батальонная разведка», один диск, и второй называется «Полночный тост». Но вы, товарищ полковник, поскольку вы задержались где-то по важным и нужным делам, то весь тираж уже купили. Осталось два контрольных диска, которые мы вам сейчас сделаем в голову, вам сейчас сдадим двумя контрольными дисками. Ладно, прошу прощения. Вот, ничего, нормально. Мы договорились, что первое отделение я буду мучиться, а второе отделение он будет мучиться. Вот, Игорь Николаевич, иди сюда, пожалуйста. Вот тебе, значит, вручается в торжественной обстановке под аплодисменты восхищенных слушателей два твоих диска с твоими песнями новыми, написанными 150 лет назад в Афганистане. Это все Калинкина заслуга, я бы в жизни собрался там отпечатать. Ну и бабла тебе немножко, сантиметра полтора, на. Да, это уже купили. Это уже купили твои диски. Вот еще, нет, осталось два еще, осталось две батальонные разведки, товарищи, так что это вот вы думаете. Первый свежий тираж уже ушел практически. Ну ладно. Ну а вообще я начал концерт с того, что, собственно говоря, главное событие этого года у всех нормальных людей, по-моему, это не чемпионат мира по хоккею, в котором мы в очередной раз доказали, что мы умеем проигрывать на ровном месте. Вот. А это вот это 50 лет полета Гагарина. Вот, я поскольку служил в космических войсках, отец у меня, садись, не стой там, мужчина. Вот, значит, 50 лет полета Гагарина, 16 лет прошло после окончания войны. Вот, и в 60-е годы, если помните, была очень такая обстановка непростая. Потому что все готовились к войне, мне отец рассказывал, что все считали, что война начнется вот то ли завтра, то ли послезавтра. В это время, если помните, шла война во Вьетнаме, по-моему, да, Вьетнам уже был. 61-й. Ну, с китайцами была война постоянно. Вот. И интересный факт еще такой, что в это время над Москвой летали американские, значит, самолеты У-2, которых нечем было сбивать. Если помните, 1 мая 61-го года как раз его избили. То есть 60-го года, да? Да, ну вот. А до этого они летали, ничего сделать не могли. Вот. И даже однажды собрали, значит, технический комитет, где посидели все наши ведущие конструкторы, и, значит, Микоян, главный конструктор Микояновской фирмы, ага, пока зайка, вот, он, значит, сказал, что я вам, значит, клянусь, что такого самолета быть не может, который летает на такой высоте, вот, но тем не менее, значит, вот, то есть обстановка была та еще, то, что называется, вот, ну, по крайней мере, я видел в американских журналах снимки этих самолетов, с которых была снята вот эта стартовая площадка, вторая, в Тюратаме, откуда запускали Юрия Алексеевича Гагарина. Это, в общем-то, первая стартовая площадка для межконтинентальных баллистических ракет. Вот. Да. Ну и, собственно, вот и песня про это дело у меня получилась. Еще не стертые воронки лежали поперек полей, еще дымились похоронки твоею кровью и моей. Еще осколками ГУЛАГа ворочил страх в людских сердцах, и мир от тонкая бумага дымилась в четырех концах. И было небо голубое, изумрудная трава, еще летали над Москвою американские У-2. Но Байконур стрелой ударил под самый корень вражий клин. Стал первым в космосе Гагарин, а не Нью-Йорк и не Берлин. Ведь Россия смотрела в небо, ведь Россия видела звезды, даже если не было хлеба, даже если в нас били
снишь добрые все предметы. Ранний холод и черствый хлеб. Мы с тобою сумели это, стали первыми на земле. Откуда у нас берется это стремление вечное к мечте, назло вращению планеты, подняться ввысь и улететь, найти все трудности ответы, пообломать чертя врага и плыть над целой планетой в своих кирзовых сапогах. И не зря мы подали росы, и летят журавли строем. И не зря Александр Матросов этот зов закрывал с собою. Это с нами взаправду было, и забыть не имеем права. Это наша с тобой сила, это наша с тобой слава. Это наша с тобой сила, это наша с тобой слава. Это наша с тобой слава, это наша с тобой слава. Спасибо. Вот, в этом году на Грушевском фестивале будет сцена под названием «Космос». Вот, и очень большое спасибо Вовке Кожетину, который подсказал. Такой небольшого роста, скрюченный мужчина все время, на которого сначала смешно смотреть, но потом, когда читаешь, где он провел, что он провел и кто в этих вещах участвовал, становишься сразу, уважаешь этого человека. И я хочу с гордостью сказать, что Вовка Кожетин из военной семьи. У него папа подполковник. Вот. Он проводил очень крупные фестивали. Вот они проводятся с Козловским, фестиваль «Купала на Рожайке», где выступают лучшие артисты мира, на самом деле. Не то чмо и фуфло, которое нам показывают по телевизору с ногами. А вот лучший гитарист России Иван Смирнов, например. Вот. Лучший балалайшник мира Алексей Архиповский. Лучший певец народных песен 2003 года по BBC его признала, Сергей Старостин, вот, который без всяких этих наших дурацких гитар выступает, поет потрясающие песни народные, народными вещами. Ну ладно, ну а вообще я, конечно, батальонная разведка, вот, хочу просто попеть те песни, которые мне сегодня нравятся в своем замечательном творчестве. Больше всего мне нравятся сейчас песни. Мне дали почитать книжку Полторанина «Власть тротиловом эквиваленте». Вот, и я сейчас читаю ее и не знаю, что дальше делать. Потому что там такое написано, конечно, мам, не горюй. Но не важно. И вот как бы вот. Ну ладно, в общем. Мысли, которые посетили уставшего полковника, идущего к себе домой по грязной московской улице и случайно нашедшего звездочку из военной шапки советского образца. Кто первым встал, того и будут тапки. Вот жизнь необаятельная суть. Лишь маленькая звездочка на шапке мне лучиком указывает путь. Лишь маленькая звездочка на шапке мне лучиком указывает путь. Вот радости источники иссякли, и лезет в репу всяческая муть. Но тихо шепчет звездочка на шапке: не ссы, браток, прорвемся как-нибудь. Но тихо шепчет звездочка на шапке: давай, браток, прорвемся как-нибудь. Осколочек времен тоталитарных, где жизнь была на диво хороша, из бытия частиц элементарных, из коих наша собрана душа, не верящая в быстрый крест на пузе и в то, что день вчерашний только тьма, родившаяся все-таки в союзе любви, веры, чести и ума. Над нами жизнь свирепствует, как водится, кому-то по лбу, а кому-то в лоб. Но я уверен, все же распогодится тем, кто сберег лучше ее тепло. Я никого, друзья, не укоряю, как уроженец этих самых мест. Я только тем друзьям не доверяю, кто шустро поменял ее на крест.
Хранится в ней назло страданием новым, что родиной считалось для меня. Таджикистан, Армения, Молдова, и Крым, и Украина, и Чечня. Мы не страдали тягой к коммунизму, сумы не избегали и тюрьму. Под нею мы свои прожили жизни, и, в общем-то, ребята, по уму. Под нею совершали мы победы, и вражеские били миражи. Под нею моего прервалась деда коротенькая воинская жизнь. Над нами жизнь свирепствует, как водится, кого-то по лбу, а кого-то в лоб. Но я уверен, все же распогодится тем, кто сберег ее лучей тепло. Конечно, в жизни все решают бабки, и знаем мы конкретно, что почем. Лишь маленькая звездочка на шапке мир освещает тоненьким лучом. Вот радости источники иссякли, и лезет в репу всяческая муть. Но тихо шепчет звездочка на шапке: не ссы, браток, прорвемся как-нибудь. Громко очень, да? Потише сделать. Серег, как, нормально, да? Вот, ну, сюда пришли уважаемые мною чем люди, любимые. Вот, например, сидит один будущий новорожденный в джинсовом костюме, этот молодой человек, дорогие друзья. Ему недавно, ему скоро исполнится 30 лет, по-моему, да? Второй раз. Вот, но этот товарищ, он, значит, свободный от семьи время, бегал по горам Афгана в поисках, значит, дешевой славы. За разными дружественными представителями пуштунских национальностей, одетых в разные, значит, виды одежды, значит, на которых висело оружие, сделанное в Китае, в Пакистане и других наших братских странах. Вот. Но ему удавалось иногда достичь своей заветной цели, то есть забить какой-нибудь караван. Вот. И, соответственно, песня «Дима». Я сейчас как бы хочу такой афганский немножко сделать кусочек, потому что я нашел себе песню, которая... Ты что, говорит, смеешься? Да вспомнил анекдот, которого не знал. Вот. Нашел песню, которую написал и потерял. Потом ее нашел сегодня. Ну, начал такое вступление, которое было написано в замечательной дате, дорогие друзья. В прошлом году исполнилось 30 лет 173-му отряду специального назначения 22-й бригады спецназа «Круглый». Вот. И мне посчастливилось с этими друзьями, с этими людьми познакомиться, подружиться. Вот. И я сделал диск, который назывался «Спецназ 30». 29 февраля 30. Нашел. Отряд был создан 29 февраля. Вот, понимаете, вот Россия – это страна чудес. Куда ни плюнь, везде чудо. Да, ну и вот такая. Над полями наших драк время призрачное дремлет. Гильзы ржавчина грызет, испускавший огонь. Дождь налетов и атак спит, впитавшаяся в землю, нами пролитая там. Кровь друзей и кровь врагов над лугами наших чувств, обожженные смертями, распускаются цветы. Жен детишек и внучат, не нужна им наша грусть. Им работать бы локтями, их сегодня учат брать и не учат получать. Над планетой наших вер, как в большом красивом чуме, то олени закричат, то шаманы запоют. Был такой СССР, и уже, наверное, умер, и уже не различить ноту тихую твою. Нам-то в целом все равно, кто там справа, что там слева, кто по телеку сейчас строит там какой-то изм. Нам-то нужно для всего, чтобы наших рук посевы потихоньку принесли для людей нормальных жизнь. Из блокпоста своего
над торгующей Москвой, где доллары словно гром оглушительно хрустят души славы боевой. Пусть проснутся в нас с тобою и полями прежних битв вместе молча пролетят. От Лагодехи до Газни, от Кандагара до Аксая, Моздок, Баку и Гудермес, Москва, ну как же без Москвы? А что не вспомнил, извини. Вот география какая, вся жизнь его в один присест не помещается, увы, вся жизнь его в один припев не помещается, увы. Ну вот, примеры песни, дорогие друзья. Я всю жизнь мечтал написать про вертолетчика. Вот написал один раз вот эту песню «Полет на малой высоте», которую петь невозможно, потому что там надо орать, как в Высоцке, а уже силы нет никакой. Вот, я вторую, я написал. Написал. Песня называется... Ну, вы знаете, да, вот у них есть у всех своя терминология, у всех нормальных людей есть своя терминология, да. Вот, и там задача, там работа, цель, идея, нет, как, друзья, идея, да, и результат. Я правильно Дик говорил, да? В общем, вертолетная песня. Запустились, полетели, вход нашли в своей войне. Я работаю по цели, цель работает по мне. И ведь проще паразитам из камней по нам варить. И уже включилась Рита, говорит, у вас горит. Но командир у нас упрямый и такой же, блин, провак. Он кричит: я понял, мама, ну бантехник поливай. А я работаю по нотам, я тональность вывожу. Я в прицеле пулемета цель упрямую держу. Ох, дюралевое чудо, гордость, блин, страны родной. Нас дырявит, как посуду, ливень дышика стальной. Ох, энтузиаст джихада, мусульманский пионер. И чего ж тебе, блин, надо? Я же сделан в СССР. Мы ж не петушки сосали, мы же с детства дрались в кровь. Мы же, блин, не обоссались, а бой ведем, и вся любовь. И тянулось это дело, ведь патронов не хочу. Но, командир, надоело, керосину-то чуть-чуть. Довернул чуток по курсу наш пятнистый крокодил. Из-под вески левый нурсом по душману засадил. Заиграли, закипели камни духа ДШК. Вот и нету больше цели. Полетели все пока, полетели все пока. Ну, понимаешь, да? Называется «Сел, зажмурился и написал». Вот. Ну и вот еще одна песня, которая тоже мне дико понравилась. Я читал, много читал, поскольку я сам, значит, ты знаешь, да, арбатская крыса. Вот. Но я много читал всяких, значит, замечательных людей. И вот начитался сапера одного. Он там очень красиво все писал. Вот. Причем мне почему-то больше нравится не подвиги геройства, да, а вот там, когда вот уже все, вот уже тирдык уже. А он все равно продолжает, а все равно задачу нужно выполнять. Потому что у нас такая же самая работа была здесь. Хотя мы здесь сидели, но вечером приходит любимый начальник без 5-6. И говорит: ну, ребята, вам выпала большая честь. Завтра к 8 часам утра должно быть сделано вот это, вот это, вот это в 25 экземплярах размером 10 на 15 метров квадратных. Ну и все, поехали. Один спирт разводит, второй тушенку открывает. Монтана. Нам давали пойти, помните, да? Тушенка Монтана, 8 банок. Потом по телевизору показали сюжет, в котором сказали, что в тушенке Монтана количество канцерогенов превосходит ПДК в 15 раз. Стали давать 2. Ну ладно, интересная страна у нас. Ну ладно. Сапер. Сапер, значит, там Лада — это собачка, которая, значит, должна носом находить тушманские мины итальянской национальности. Между пальцев комья глины, мелких камушков сыпьё, откопал до половины от взрывателя её. Сверху провод, сбоку провод, снизу вовсе чёрте что. Есть полногтя, да лишь повод, не сошьёт потом никто, не сошьёт потом никто. Итальянская посуда, Чиполлино их умать. Вот вернусь, так год не буду макароны покупать. Коль не дам сейчас оплошку, жаль, в спине какой-то зуд. Буду есть одну картошку из колодец, что везут. Увлекательное дело тыкать в клину острием. Вот еще вернуться целым, вовсе райское житье.
Да еще подружка Лада не задела проводка. Больше ничего не надо, чтобы жизнь была сладка. Вот со лба ладонью вытру, отгоню насевших мух. Да, конечно, парень хитрый, да меня тут бывший дух. И ребята из Европы, чьи на корпусах клейма, капли мне нельзя прохлопать из воротов их ума. За открытым за порогом, что из-под моей руки, открывается дорога для бензина и муки. Вот веревочка, два ушка, подрываю глинозем. Сапер сидит, кстати. Тихо-тихо, спи, старушка, сейчас мы кошку принесем. Тихо-тихо, спи, старушка, сейчас мы кошку принесем. Как там это все у вас происходит? Вот сапер сидит, кстати говоря, товарищи. Сапер Серега. Похлопайте ему, пожалуйста. Ну, я тут приготовил песни новые. Сейчас. Игорь Николаевич, вы готовьтесь, я минут через 15 закончу, вы знаете. Через 10, да. Ой, значит... Ну, я вижу здесь люди, которые раньше не ходили на мои замечательные концерты, поэтому, надеюсь, им будет интересно. Такая песня «Стон», когда, вы помните, замечательные 90-е годы, когда нам задерживали зарплату по несколько месяцев, и все чего-нибудь охраняли. Мое творчество началось, кстати, после того, как я 2 месяца поохранял стройку в Подмосковье, в Ближнем, в Немчиновке. Я, по-моему, Полторанина дома охраняли, или еще кого-то строящийся. Я пришел в такое состояние, значит, ума. Я ничего не понял, я никого не узнавал, я мог только сидеть и работать этой самой болваном для шапок. Вот надевают шапку, да, потом иголками тыкают, ничего не чувствуешь. Я решил, что надо что-то продавать, кроме своего туловища, решил попробовать продавать свои песни. И стал, и пошло-поехало, Юра. Вот мое, значит, падение началось именно с этих замечательных реформ. Ну и там много было всего написано. Вот песня, которую сейчас я вам спою, значит, по преданиям народным, мы поскольку дружили с ГОУ, главным оперативным управлением, там такие же были идиоты, как и мы. Вот, у них там карты, на картах стоит стакан, на стакане сверху лежит кусок хлеба, на кусте хлеба кусок сала, сверху еще там что-то такое, и фломастеры кругом, и, значит, совершенно секретные бумаги, в общем, все нормально. Вот, и вот я написал эту песню, которую сейчас спою, спел его своему другу Стасу Шубину, а потом... Мне рассказывали друзья, что на какой-то коллегии наш начальник, замечательный начальник генерального штаба, генерал Квашнин, вышел и сказал, что, понимаешь, офицеры уже дошли до ручки, вот, и процитировал эту песню, которую сейчас я вам пытаюсь спеть. У полковника ГШ нету денег ни шиша, хоть кокардами с нашивками блестит. Он уверенно идет там, где в метро бесплатный вход, а в кармане ветер весело свистит. Можно матом по врагам, демократам и долгам, по Минфину, по Начфину и Чечне. Но пройдет минуток 5, и начнут зудеть опять мысли грустные в военной голове. У полковника ГШ на работе кореша сейф коричневый, да стол чего грешить. Спирт во фляжке питьевой, да куст душонки пайковой, все, что нужно для израненной души. А где-то город Кандагар, и на стволе густой агар, и вертушка над зеленкою летит. Сколько он прошел засад, сколько вывел он ребят, да из последней что-то долго не уйти. А из последней что-то долго не уйти. А он не верит ни в приметы, ни в политический балет. Он нужен был когда в то лето, а вот сейчас как будто нет. И винить-то здесь кого? Да себя же самого. Кто же думал-то, что все пойдет вот так? Что вот так ценить начнут этот самый ратный труд, и червонец превратится твой в пятак. У полковника ГШ по ночам болит душа, то ли от курева, то ли от веселых дум. У полковника ГШ нету денег ни шиша, слава богу, хоть остались честь да ум. Слава богу, хоть остались честь да ум. А он не верит и в приметы, но дома держит партбилет. Он нужен был тогда в то лето, а вот теперь как будто нет. Он нужен был стране советов, а вот Чубайсу вроде нет.
Мне все время спрашивают, что у вас сейчас, ум, честь и совесть, да? Вот. А совесть, говорит, где? Ну, про совесть, говорю, потом поговорим. Вот, да, и вот еще одна песня такая, как бы тоже мне, все-таки нормальные военные, это люди, которые сначала хохочут, да, над всеми своими вводными, начальниками, трудностями, там, вот, потерянными документами, пропитыми зарплатами, а потом уже начинают разбираться, что дальше будем делать. Только оптимисты способны служить в великой советской и российской армии, только оптимисты способны выполнять эти боевые задачи с этим личным составом, в этой местности, с этими возможностями, которые у тебя сейчас есть. Вот. Особенно на фоне конституционных перемен, которые с нами произошли. Вот. Я вообще могу сказать, вот меня уволили в прошлом году, что все серьезные вещи, которые я в своей жизни сделал, они происходили вопреки существующим правилам, наставлениям и порядкам. Потому что если бы мы все делали как положено, мы бы ничего не сделали. Ну, не важно. Значит, песня ужасов. Иду по части. Под ногами лежит бумажка, часть бумажки, точнее, на которой сверху в углу написан совершенно секретный экземпляр номер 2. И дальше там буквы всякие идут. Я поднимаю, значит, думаю, интересно, там и тишина, и все. Я положил стол, она лежала 2 месяца. Я ждал, что кто-то похватится, ничего, все нормально. Следующий, кто работал с секретными документами, поднимите руку хоть раз в жизни. Понятно. То есть вам ничего объяснять не надо, вы в курсе. Грустно мне, товарищи, и страшно. В ужасе кружится голова. На полу секретная бумажка, а на ней секретные слова. Это раздолбай какой-то страшный, не хранит заветы октября. Написал секретную бумажку, а потом вот взял и потерял. Лето нам теперь уже не лето, и не лезут в горло пироги, так как все военные секреты будут знать коварные враги и узнают в творческом ухаре коды наших кодовых дверей, и узнают, кто у нас татарин, и узнают, кто у нас еврей, и другие штуки, все и штучки, как КамАЗ, к примеру, заводить, и размер секретчика получки, и размер жены его в груди. Пьют ли спирт, который льют в ракету, и где волки водятся самы. Ну и как зовется баба эта, то, что называют мать Кузьмы. Сколько у АКИ, АКА маленькая машина такая, сколько у АКИ сухая масса, и чем нашу совесть пробудить. В общем, все узнают папуасы и начнут немедленно вредить. И опять наступит перестройка, и придет нам лысый Горбачев, и опять мы полетим в помойку, хлопая в ладоши горячо. За отчизну ничего не страшно, выдержим и холод, и жару. Подниму секретную бумажку и ее немедленно сожру. Мирными останутся рассветы, недоступны всякой суете, потому как родины секреты спят в моем военном животе. Спасибо. Вот, ну и вот, собственно, ушел этот самый, как в прошлый раз сказал, Верстаков, говорит, гибист, говорит, проклятый, ушел курить. Я ему песню приготовил, а он ушел, ну не важно. Вот. Да, ну и вот я, собственно говоря, еще одна песня такая ностальгическая, как бы. Из диска. Как-то меня в прошлом, 3 года назад прорубило, и я записал диск «Служу Советскому Союзу», который вот, никак не могу отделаться от ностальгического чувства к этой замечательной стране. И чем дальше в лес, тем оно сильнее почему-то. Ну, человек слаб, у него какие-то есть свои такие, ну, мягкие места. Вот, особенно мужчина. Мы же, вы знаете, да, нежные, мягкие, пушистые. Ну, колбаски нарезал, женскую ногу показал, и все. И делай с нами, что хочешь. Вот, особенно военные. Военных 2 пункта, я про себя говорю. Это жареная картошка и женщина. Все издали причем. За это мы готовы предать родину, продать родину бесплатно. Жареная картошка,
Причем лучше на сале. Ну, у кого как там. Украинцы на сале любят, значит, наши любят на чем попало. Значит, дадут. Ну вот. Ну и, конечно, замечательная страна, Советский Союз, в которой мы все с вами родились. Все с упоением. Я вот помню свои, там, своих бытовых товарищей, которые перестраивались с упоением, кричали «Ура!», ходили на баррикады, защищали Белый дом. Потом оттуда пришла бумага, что нужно этим товарищам присвоить досрочно очередные воинские звания. Причем ходили самые нормальные мужики, там не карьеристы, там не дураки, а ну, действительно нормальные люди, пошли там, постояли ночью. И пришла бумага, что надо им присвоить досрочно очередные воинские звания. Наш командир собрал собрание. Я сидел и думал, мама дорогая, я где нахожусь вообще, в колхозе или в советской армии? Давайте, значит, выступайте. Ну, общий смысл выступлений был, младшие офицеры до майора включительно говорили, что хорошие ребята, надо им что-то действительно дать. Заходите, заходите. Старшие офицеры, которые, значит, от подполковника и выше, они говорили, что, а что это, я вот ходил 8 лет капитаном, значит, а теперь пусть тоже походят, как положено. Стали голосовать. Колхоз вообще, дурдом. Значит, 48 за, 52 против. Записали протокол, а неизвестно, как это оформлять. Партии уже нет. То есть это не партсобрание, это офицерское собрание вроде. Ну, записали там где-то в тетрадке протокол. Ну и все, и разошлись тихо. Через 2 недели я узнал случайно, что всем все присвоило командование. Командование испугалось, значит, чего-то неизвестного. Мы же боимся чего? Неизвестности. Вот. Пришла жена сердитая, что-то надо сделать. Или мусор выбросить, или спать лечь. Вот. И, значит, все, им всем все присвоили, все радовались, ходили. Вот. Ну вот, ну ладно, не важно. Весело, наоборот. Надо все с этим воспринимать. Я вспомнил песню, которую пел, мне повезло тоже. Сейчас я попытаюсь. Там песня про путч 91-го года. Наш дядя Миша на солнце грелся и развалился, и разбалделся. Лежал, тащился у края моря, к нему подкрался тут дядя Боря. Сейчас я спою кусочек, вы поймете, в чем дело. Это мне дико повезло в жизни. Русская народная песня с еврейскими припевками, посвященная событиям августа 91-го года. Дядя Миша Михаил Сергеевич Горбачев, дядя Боря Борис Николаевич Ельцин, дядя Дима Крючков, дядя Митя Язов, ну и так далее, далее по тексту. Все поймете. Наш дядя Миша на солнце грелся и развалился, и разбалделся, лежал, тащился у края моря, к нему подкрался тут дядя Боря. Был дядя Боря дурной и злючий, он в коридоре все кошек мучил, кричал вороной, не мылся в бане, и макароны таскал руками, хор поет. Дядя Боря паразит, от него вином разит, голова его пуста, вечно падает с моста. А дядя Миша любил потише, любил порядок. Наш дядя Миша любил консенсус, и не иначе, и перестройку хотел все начать. Хурпы. Опа, опа, надо б набраться, опа, опа, всем быстро ускоряться. Вот дядя Боря хватает палку, ему консенсус совсем не жалко. Он справа дышит, глядит уродцем, и к дяде Мище тайком крадется. Кто испугались таких событий? У дяди Мищи есть кореш Митя. Он весь в наградах, мундир наряжен, и тут же рядом стоял на страже. Хурпет. А мы ракетные войска, нам любая цель близка, наши славные ракеты не распроданы пока. Вот дядю Мишу, вот дядю Борю увидел Митя и забоялся, что будут бить их, что из-за Миши, который дядя, и Мити валят, сейчас не глядя. Он дядю Мишу хватает срочно и засыпает его песочком. Тут содрогнулась земля планета. Вот был дядь Миша, а раз и нету хорбы. А мимо Мишкиного дома я без шуток не хожу. То доллар в окно засуну, то свой паркер покажу. А дядя Миша в песок зарылся и там угрелся, там угнездился, лежал, тащился, там с тетей Раей они ж консенсус вдвоем играли. Вот-вот, вот-вот подходит уже развязка. Дядь Борь, дядь Митя загнулся ласки, песка насыпал ему волосья
и в темный угол поставил носом. Все, конец уже, все. Мораль, ребята, вполне простая. Где дядя Миша, где тетя Рая? Стал главным боя, везде разруха, везде табани. Рубашка такая туристская, везде порнуха, хорбет. Тут судачить можно всякое, я скажу, без дурачков. И построил эту бяку хитрый дяденька Крючков. Все, спасибо. Вот. Юра, представляете, я бы мог стать великим русским бардом, если бы вовремя эту песню записали бы, и мы ее бы в интернет засунули. Тогда еще интернета не было. Ну и вот, у меня был концерт 90... Это у нас был 91 год, в 92 году летом. В музее Маяковского, в нашем любимом. И я эту песню спел в конце первого отделения. В перерыве ко мне подходит офигевшая совершенно Ирка Грозейская. И говорит, ты что, с ума что сошел? Я говорю, что случилось? Она говорит, мы пригласили Таню Дьяченко. И у нее машина сломалась. Она не приехала. Иншалла, да. Дуракам везет, называется. А я Таню Дьяченко знал. Я вообще, что, я не знал, что есть Таня Дьяченко на белом свете. То есть я фамилию Дьяченко, это не, я знаю, что это, ну, суть по фамилии, видимо, с Украины люди. А что это, кто это вообще, непонятно. Ну вот, понимаете, да, дуракам везет. Ну где этот гибист поющий? Я ему песню приготовил, ну не важно. Ну позовите, да. Ну что, пора заканчивать. Ну и вот я хотел тебе, спасибо, это мне, да, спасибо большое. Ага, вот, подвинь. Я хотел эти все песни записать. Вот. В этот самый. Ну все, руки не доходят. Вот и мне сказали, что уже поздно. Я подумал, что, наверное, уже это можно не записывать, потому что это уже никому не интересно. Но судя по вашей реакции, вот песня получилась забавная, да? Вот. Там еще несколько раз серия песен этих самых, там была там. Начитавшись в прессе разные, как нам жить нехорошо, и от жизни безобразной, и леденее всей душой, вышел я во двор смятения, ртом хватая кислород, и менялся впечатлением о прочитанном народ. Вот сидит Степанов Шорка, чтобы быть в курсе всяких дел, подписал литературку и в полгода посидел. Он для нашей прессы слабый, по ночам орет во сне, не свихнуться вовсе дабы, подписал бурду жене. А сантехник Павел Миронович, он совсем наоборот, любит описание стонов, беззаконий и невзгод, по слиянию в реке рядов и начальников зверей, а потом он всех их гадов кроет матом во дворе. Там, в разговор вступает Павлович, доминошный чемпион. Лёня Брежнев, говорит, оказалось, к нам подосланный шпион. Открывая комсомолку и читая, как он гад, строил планы, палки-ёлки, назвать Питер Ленинград. Это что, Степан пропитый, разговор к тебе прижал. Я слыхал, Хрущев Никита из дурдома к нам бежал. А когда, вот когда товарищ Сталин помер, вас боялся взять на руку. Тут-то он и выдал номер, лез через подземный ход. Что скажу я вам, ребята, голос подал дед Егор. Тут здоровье номер пятый. Есть статейка ОГОГО. Пишут пятеро ученых, трое наших, два врага, что Иосиф Виссарионович хвост имел и два рога. Тут все разом загалдели, что ты, дед, протри глаза. Мы же об этом самом деле их знали года два назад. В грудь стучал игумнов Петр. Помню, видел лично я в собеседнике два фото и огромная статья. Это что? Оба. Понял. Да, вот. Дорогие друзья, я хочу сделать объявление. Значит, у нас концерт, к сожалению, платный. Плата составляет 400 рублей русских. Вот у нас есть прекрасная дама, которая на себя берет тяжелую обязанность забирать эти бабки. Поэтому в перерыв... Сейчас не надо, сейчас еще не перерыв. Я еще хочу спеть пару песен. Николаевич, родной. Значит, как сказал Верстаков, гад. Избежал Бирюхи. Да, избирал Бирюхина после этого. Он сказал, вот этот гибист поющий. Поэтому я нашел песню, я написал песню в прошлом году про ФСБ. Я просто общался с ФСБшниками несколько раз, и ничего плохого сказать не могу. Такие же идиоты, как и мы, в общем, принимали, ну, КГБ, неважно. КГБ СССР. Да, вот. Принимали решения, ползали на брюхе, получали по морде, точно так же, как и все остальные. Ну и вот получилась такая песня, я тебе хочу тебе показать. Вот. Сейчас, товарищи, давайте я сейчас допою, и потом будем это самое тогда. То я слова забываю. Про нас с тобой рассказывают сказки, самих себя стараясь испугать. Нас мажут то смолой, то черной краской, то зубы подставляют, то рога. А мы идем сквозь запертые двери,
и можем ложь от правды отличать. А мы умеем и терпеть, и верить, надеяться, работать и молчать. Мы видим скрытый смысл в буквах строчек и знаем, кто под чей мотив поет. Мы чувствуем значение многоточий и точно по заслугам воздаем. Мы видим сквозь опущенные веки в чужой душе таящуюся злость. А то, что заменить нас часто нетем, семья простит, семье не повезло. Офицер ФСБ в этой битве негласной между злом и добром выбрал веру одну. Офицер ФСБ, он не белый, не красный, он идет каждый день за страну на войну. Живем между расслабленными вами и понимаем всех до одного. Горячим сердцем, чистыми руками, а главное, холодной головой. Мы верим в то, что жизнь хорошей будет. Мы знаем точно, жизнь какая есть. Мы, в общем-то, обычнейшие люди. Плюс наша совесть, ум и наша честь. КГБ, ФСБ в этой битве негласной между злом и добром выбрал веру одну. Офицер КГБ, он не белый, не красный, он идет каждый день за страну на войну. Он идет каждый день за страну на войну. Вот. Такая, Николаевич, не знаю, немножко пафосно прилетел. Ну, вот. Ну и, дорогие друзья, я хочу закончить свою часть концерта. Вот. Я очень радуюсь, когда приходят Николаевич, вот, и я вот крайнюю песню пою, посвященную всем вам, дорогие люди, вот, я очень горжусь своей службой в армии, вот, и не понимаю, почему надо менять свою веру, вот, и наши концерты я воспринимаю как продолжение своей предыдущей жизни, лучшей ее части, потому что лучшие мои мысли, они попадали вот в эти песни. И то, что сейчас находятся люди, которые их слушают, мне это очень приятно. Но вдвойне приятно то, что вот концерт проходит с Морозовым. Я был кокардой, каской и плюмажем. Я ложкой был позавчерашних щах. Я разгребал чернобыльскую сажу. И Белый дом то брал, то защищал. Входил в Берлин Паншер и город Грозный. Тонул в подлодках, вылетал в туман. Я доводил порой, хоть было поздно, идеи всех главкомов до ума. Я начинал, когда вовсю пылало, и об успехе мог лишь доложить. И состояние полного оврала. Вот жизни мой естественный режим. И ощущение риска так знакомо, когда у прочих валятся штаны. Но я боялся танков и парткомов гораздо меньше собственной жены. Мои закаты, мои рассветы, Чечня, Баку и Целина и Пам. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Идет любая вещь на 3-4 из-под моей бестрепетной руки. Я мир оберегаю во всем мире, а также рынки, стройки и ларьки. Я был макушкой и спиной, и шеей. Уж миль пардон, имеем то, что есть. И пусть бывает, денег не имею, зато пока еще имею честь. Мои закаты, мои рассветы, мои готовности в дымовых клубах. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Я был кокардой, каской и плюмажем. Я ложкой был в позавчерашних щах.
Я разгребал чернобыльскую сажу и Белый дом то брал, то защищал. Придут кормушкам новые мессии, и время вытрет наши имена. Я был таким же, как и ты, Россия. Я был таким же, как и ты, страна. Мои закаты, мои рассветы, веселье праздников и грустная губа. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Зима и осень, весна и лето, моя прекрасная военная судьба.